Мы продолжаем серию репортажей о клинских меценатах. И сегодня расскажем историю Андрея Кучерявого. Человек, который не только умеет зарабатывать деньги, но и помогать. И делает это независимо от времени и обстоятельств. Все, что задумано, успешно реализовано. Андрей Кучерявый с гордостью говорит о своих достижениях. Крепкая семья, серьезный бизнес и надежные партнеры. Основное все-таки повезло с людьми. Те люди, которые у нас работают, та команда, которая собрана, именно за счет нее нам удалось добиться того, чего добились. У Андрея Кучерявого несколько предприятий по производству электронных модулей. Одно из них в поселке Зубово на территории бывшей ткацкой фабрики. С нее-то и началась череда благих дел. Выкупив объект для своего предприятия, Андрей Ильич взял на себя некие обязательства – помогать. Постепенно начали вкладывать деньги не только в фабрику, но и в ремонт больницы, ремонт школы, в пожарную часть, в котельную, ну, в общем, много куда вокруг пришлось поучаствовать, пришлось помогать. И слово «пришлось» здесь звучит не в буквальном смысле. Он делает это с удовольствием, помогает местным жителям, спонсирует футбольную команду, участвует во многих городских мероприятиях. Например, к юбилею Чайковского его команда выпустила сувенирную продукцию. Это те вещи, которые приятно делать. Если у нас есть вот такая возможность, сейчас непростые времена, и поэтому, собственно, мы помогаем, чем можем, и в тех рамках, которые можем. И у этих добрых дел нет срока годности, тем более, когда речь идет о детях. Им Андрей Кучерявый вместе с другими меценатами готовит на Новый год подарки, веря, что этот день останется в их памяти на всю жизнь. Когда я услышал, какие проекты в прошлом году, как люди действительно помогали там, инвалидам, коляски покупали. И, ну, это реально здорово. И то, что у меня есть шанс поучаствовать в этих делах.